Девчонки, всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Марина, если кто еще не знает. И сегодня хочу сделать для вас такой вот летний макияж. Будем делать акцент на яркость глаз и именно оформление лица хайлайтером жидким. Таким, точнее, даже не жидким, а кремовой такой текстурой в золотом оттенке. Вы увидите, как это все просто и как сделать очень сияющее лицо буквально за 5 минут. И если вам интересно, конечно же, как сиять на солнышке летом с таким вот ярким и красивым макияжем, то с нового просмотра давайте приступим. Сегодня я буду наносить тональную основу от Bourjois Healthy Mix в 53 оттенке кисточкой от Real Techniques Buffing Brush. Долго не могла привыкнуть к этой кисти, она достаточно хорошо набита, но так как она маленькая, ей приходится делать очень много движений, и мне бы хотелось попробовать одну из кисточек наподобие Sigma, flat top таких, как F80 их. Мне кажется, ей будет более удобно наносить, более обширную поверхность будет сразу же покрываться. И наношу свой консилер от Эйвелин. Все как обычно, под глаза, на носогубную складочку, на спинку носа и на лоб, немножко на губы. Растушевываю все той же кистью. И сегодня, как я уже говорила, мы будем делать достаточно такой яркий акцент на хайлайтер. Мне очень нравится этим летом так делать. Лицо сияет на солнышке очень классно, переливается. За счет того, что он еще жидкий, то смотрится вообще очень классно. Это палеточка от Oriflame. Такая вот там 4 тенюшки, 2 блеска для губ, румяна и хайлайтер этот жидкий. Сначала долго не могла им найти применение, так как зимой в основном пользовалась такими матовыми покрытиями, но сейчас смотрится просто великолепно на коже. Кожа сияет именно таким приятным свечением, сиянием, смотрится очень классно. Девчонки, брови я оформила уже за кадром. Давайте теперь оформим глаза. И в этом видео я попыталась для вас сделать более качественный ракурс, для того, чтобы вы видели, как все это наносится. Первым мы наносим базу под макияж, точнее, это не база у меня, а консилер от Vivienne Sabo. Но то, что я заметила, на этом консилере очень хорошо тушуются тени, ничего не скатывается никогда и смотрится очень классно. Кисточкой-бочонком таким я наношу в складочку века светло-коричневый оттеночек. Это из двушечки от Etoile. Все названия я напишу под видео, вы сможете посмотреть. Эта двушечка 100% будет в моих фаворитах, бюджетных фаворитах и просто шикарных тенях за очень маленькие деньги, за просто смешные деньги. Вы получаете очень достойный продукт, который может соревноваться с намного дороже продуктами и по качеству вообще не уступать им. И такой вот пушистой кистью приплюснуто я все это хорошенько растушевываю для того, чтобы был более мягкий переход. Приступаем к самому основному оттенку, это румяна Color Me в 30 оттенке. Как вы видите, это такое, качество, конечно, видео не особо хорошо передает, но это такое розовое золото с оранжево-золотистым переливом. Это смотрится очень просто, смотрится очень красиво, очень дорого, на солнце переливается шикарно просто. И эти тени румяна лучше наносить пальчиком, так как пальчиком они лучше отдают пигмент свой. Наношу их также в уголочек глаза. В уголочке глаза, если наносить легкими такими движениями, оно смотрится просто таким золотистым оттенком. Подтушевываем еще раз нашу складку, наносим матовый бежевый оттенок под бровь и стушевываем с нашей складочкой века.
рисуем стрелки. Стрелки я рисую своим лайнером от L'Oréal So Couture. Он у меня уже очень плохо рисует, так как заканчивается. Сейчас хочу пойти приобрести либо его, либо попробовать, может быть, что-то другое. Посоветуйте, если у вас есть какие-то хорошие продукты, подводки, фломастеры для глаз, буду очень рада вашим советам, потому что как-то хочется попробовать что-то новенькое и узнать еще о каких-то хороших продуктах, которые могут заменить мне этот лайнер. И маленькой кистью наношу темно-коричневый оттенок на нижний рост ресниц, соединяя со стрелочкой, чтобы было одно целое. Для того, чтобы глаз был более выразительный, на верхнюю часть слизистой межресничное пространство мы наносим черный каял. Тушью от Maybelline Lash Sensational. И наношу такой вот рассыпчатый бронзер, хайлайтер в таких вот золотисто-коричневых оттенках на скулы. Мне он нравится тем, что он хорошо подходит под этот хайлайтер. Он не особо делает скульптурирование, он придает просто легкий эффект загара, но смотрится тоже очень хорошо. Не таким синяком, не матовым пятном, а именно действительно как натуральная ваша тень. Наношу такой скошенной кисточкой от GZAP маленькой. Она хорошо прокрашивает все места, которые нам нужно. Ну и, конечно же, как без наших румян, которые мы сегодня наносили и на глаза, и будем наносить на щеки. И я думаю, этих румян можно найти еще очень много применений. Еще раз повторюсь, Color Me в 30-м оттеночке. Все названия будут у нас под видео. И на губы сегодня я буду наносить такой блеск от Bourjois 3D Effect Volume and Shine Elixir Gloss в 56-м оттеночке. Мне очень нравится этот цвет тем, что он смотрится в принципе в бутыльке как оранжевый, на губах он смотрится как такой персиково-розовый, и при разном освещении смотрится по-разному, очень классно увлажняет губы. Единственное, что мне не особо нравится у него отдушка, она такая именно помадная, я не особо люблю такой запах, именно вот такой вот чисто запах помады, без всяких там приятных отдушек, добавлений, не особо люблю такой запах, но за ее качество, в принципе, готова ей это простить. Ну что, девчонки, вот такой вот макияж у нас с вами получился. Как видите, эти тени румяна очень многофункциональны. Это не единственный макияж, который можно с ними сделать. В принципе, можно нанести просто пальчиком на все подвижное веко этой тени, нанести тушь, и можно идти гулять спокойно. Я же люблю больше, как вы знаете, делать акцент именно на глаза, потому сегодня сделала такой один из моих любимых макияжей с этим оттенком.
Хотела бы сказать одну новость. Я буду делать группу ВКонтакте. Хочу сделать несколько тем, чтобы вы там писали свои пожелания для видео. И также сделаю альбом, в который вы сможете загружать фотографии с макияжами, которые вы хотели бы видеть в моем исполнении. Надеюсь получить от вас много запросов на видео. Мне приятно снимать для вас макияж. Не ожидала, что в моем первом же видео будет столько комментариев и приятных слов. Спасибо вам большое. Для меня это очень важно. Надеюсь и дальше радовать вас видео. Если вам это видео понравилось, ставьте пальчики вверх, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, можно подписаться внизу. И да, всем пока-пока, до новых встреч, до новых видео.